Всем привет, это Hard Channel. Вот пришла посылочка, которую я как бы не ждал, вот такую маленькую. У меня должна идти такая, ну, большая посылка, но пришла вот это. Я, честно, не знаю, что тут. Продавец написал Outdoor Item одна штука. И оценил в 44 бакса. Хочу сказать сразу то, что за 44 бакса я ничего не заказывал. Но не знаю, что это было. Еще одна особенность в том, то, что данная посылка пришла не Seller's Ship Method, вот этот вот, который на AliExpress. Эта посылка пришла швейцарской почтой, что удивительно. Swiss Post. Как я предполагаю, это посылка с Танькиного магазина, но опять же, с Танькиного ко мне приходили только посылка с часами, то в белом пакете, и по большинству анпакингов с Китая я могу сказать то, что с Танькиного приходят белые посылки. Пришел же вот такой вот картонный пакет. Ну что ж, давайте вскрывать. Так, берем ножик. Опять я говорю слово так. Итак, где же вскрыть? Посылка вот сама находится вот здесь вот. Я даже предполагаю, что это может быть, но давайте все-таки. Не буду портить вам впечатление, сами все видите. Так, давайте вскроем прямо вот тут вот, наверное. Так. Руки у меня, конечно, с одного места. Так, вскрыли. Давайте посмотрим, что тут. Так. Похоже, да, похоже, то, о чем я думаю. Это огниво, скорее всего, пришло. Так, да, вот такая вот маленькая посылочка. Правильно, это огниво. Так, смотрим. Вот такое вот. Честно, я думала, оно будет побольше. Да, из Санькиного магазина. Заказывал. Стоило оно что-то в районе доллара, по-моему, оно стоило. Ну, не 44 цента, как оценили. И вот такое вот, собственно, огниво. Итак, давайте сейчас я вам расскажу суть этого огнива. Как я читал комментарии и как я понял. Кстати, вот это вот пластик, это не пластмасса. Ну, смотрите. Ну, слышите, да, то, что это пластик? Могу сказать точно то, что сюда заливается бензин, керосин. Заливается бензин, керосин. Вот тут вот, видите, вот. На этой фигне вот такая вот тряпочка. Кстати, почему-то она грязная. Ну вот, вот эта тряпочка, она как бы ватка, наверное, даже так ее можно назвать. Она... Так, камера. Фокусируйся. Эта ватка омачивается в бензине, после чего ты берешь и так вот троешь. Видите искра? Наверное, не увидите. Так. Ну, в общем-то, искра была. Так, то есть все как бы более-менее работает. Так, да. Да, есть искра, ты как бы вот так вот проводишь. Еще раз давайте. Проводишь, и сюда вот тут черкаш. Она сгорается, и можешь что-то поджечь. Думаю, очень прикольная вещь. Ну, выглядит она в виде фляжки. Так, там что-то идет вот брелочек, там на ключи куда-нибудь вешаешь. И она всегда с тобой. Очень легенькая. Ну, думаю, с водичкой она будет, конечно, весить немного больше. Так, собственно, на сегодня все. У меня еще идут посылки. Кстати, хочу сказать вот одно, то, что я заметил. Первое, поменяли, похоже, коробку. Тани Дил, респект. Тогда пизже смотрится. Второе. Пришло швейцарской почтой, Swiss Post. Не знаю, почему, с чем это связано. Я не за этого не доплачивал. И еще один приятный нюанс, то что эту посылку я заказывал ровно 2 недели назад. То есть дошла она за 2 недели. 2 недели дошла. Первую посылку, которую я заказывал, там также это и еще несколько там сюрпризиков. То есть вот это вот огниво и несколько, еще два сюрприза. Ее и заказывал аж 27 августа. И думал, честно, когда сегодня получил извещение, то, что дошла мне именно та посылка. Но, придя на почту, я был приятно удивлен, потому что я увидел вот это. То есть, ну, как приятно удивлен, честно, я немного офигел. Так как даю квитанцию, и выходит тетя
и внесет мне вот эту вот посылочку. Ну что ж, кстати, трек вот российский, значит, славный без трека. Итак, ну что ж, всем пока. С вами был Анатолий Дмитриевич на Hard Channel. Ставьте лойсы, мне нужны лайки. Смотрите рекламки, там же мякоти видео на рекламке, финансируйте меня, если вам влом. Класть куда-то деньги. Просто, как меня благодарить? Нажмите на рекламу, поставьте лайк, сделайте мне просмотр. Все. Всем спасибо. Оформляйте подписку на канал. Скоро будет конкурс. Всем пока.